Проект «Фермовоз» разработали в Москве. Его цель – оборудовать столичные многоэтажки почтоматами-холодильными камерами, в которых можно будет оставлять покупателям свежую фермерскую продукцию. Одно окошко будет выходить на улицу, другое – в подъезд. Курьеру даже не нужно заходить в дом. Покупатель получает смс-сообщение с паролем, с помощью которого и можно открыть почтомат.